Радиозрители, слушатели, с вами Ярослав Гончаров, DJSM55. И сегодня мы посетим выставку NAT-Expo, которая проходит на метро ВДНХ в 75-м павильоне. Будет представлено звукозаписывающее и видеозаписывающее оборудование и техника. Погнали, посмотрим, что же там будет интересного. Ребята, интересная программа. Хотите ли вы увидеть на данную программу обзор? Если да, то пишите об этом к нам в комментарии. Мы сделаем на нее обзор. X1 программа. Микшерный пульт такой. Либо 180 физических ходов, плюс благодаря алгоритму Гидра, ну, протоколу Гидра 2, который внутренний протокол системы CalRec, можно достичь 512 физических ходов. На этом пункте есть 6-полосный эквалайзер, помимо этого два компрессора, экспандер, ну и достаточно широкая спектр настроек. Тут есть 4 главных 5.1 выхода, есть 8 групп, 16 боксов, 32, да, если не ошибаюсь, трека. В принципе, в основном все. Есть ли какие-то подробности, могу рассказать. Для каких конкретнее целей он применяется? Это телевизионный пульт для прямого вещания. То есть это может быть все, что угодно, передач до трансляции условных футбольных матчей или других спортивных соревнований. Очень интересно. Спасибо за ответ. Было приятно пообщаться. Также, друзья, мы сегодня увидим множество оборудования для записи видео и создания видеороликов. Множество программ. Пошли, посмотрим, что же там будет. Далее мы проходим с вами мимо Global Systems. Ну, сюда мы обязательно заглянем. Тут различные зумы, микрофоны и главные телефоны даже. Представляете, смотрите, какие.
скорее всего, правильнее сказать, контроллер. Это, значит, предназначен он для управления программой Nuendo, ну, то есть для работы в сфере постпродакшн. Также он может работать и с Pro Tools. Кто его производитель? В каких целях вообще он применяется? В принципе, так. Понятно. Для звука, значит, производителем для этого является компания Yamaha. То есть представлять эту компанию не надо, все знают этот бренд. Называется эта система Nuage. То есть основное назначение – это постпродакшн в любых сферах. То есть музыкальное, телевидение, там, где угодно. То есть везде, где вы используете Nuendo, Cubase, Pro Tools, вы можете использовать такой контроллер. Его удобство в том, что здесь многие функции вынесены на панели управления, что позволяет очень быстро осуществлять доступ к различным функциям программы, очень быстро ими управлять. То есть это экономит ваше время, нервы и позволяет вам больше времени уделить непосредственно. Так, ребят, ну что же, давайте зайдем внутрь. Звук здесь хороший благодаря цифровщикам, которые входят в комплект. Погнали. Сюда подключается повеселитель, в частности, вот здесь настраивается Yamaha TD8HR. И управление предусилителем осуществляется напрямую с консоли управления. То есть вся вот эта аппаратная часть может находиться удаленно в какой-то другой комнате, чтобы исключить какие-то шумы. А непосредственно в комнате, где вы занимаетесь миксом, находится только вот эта консоль управления, с которой вы можете управлять всем оборудованием, которое для этого предназначено. Ну, в двух словах, коротко, вот так. Сколько примерно стоит данная вещь со всем оборудованием? Здесь по цене нужно обращаться в компанию Yamaha. Хорошо, спасибо за ответ. Пожалуйста. Было очень приятно пообщаться с вами. Друзья, занимаюсь передвижными радиостудиями, телестудиями, современными вещательными радиокомплексами и также компактными системами для производства новостей и множество других различных полезных функций для радио этого вещания. Окно ТВ. ProViz компания, вы ее видите сейчас. Вот такая компания интересная. Множество камер, программ. Мы уже тут сами... Нет, не были. В общем, как-то так. ProSystems. Уже тут были вы. Думаете. Большие красивые колеса.
Михаил. Добрый день. Здравствуйте, Ярослав. Михаил, расскажите, как вы вообще пришли в тракт работать? Ой, это долгий длительный путь. Я до этого работал с компанией Тикетон, потом произошел ряд событий, по которым я ушел с той работы, и со временем получилось так, что я вернулся в интеграцию радио. Вот, как-то так примерно. Радио я занимаюсь, наверное, лет с 17. Тогда я работал на одной из региональных радиостанций в том городе, где я жил. Вот. И после этого я пошел учиться в университет, закончил университет кино и телевидения по специальности акустика аппаратных и студий звукозаписи. Ну и, соответственно, вот потом, после окончания университета в 2011 году, я вот начал заниматься системной интеграцией радио. Так и занимаюсь с тех пор. А как вы вообще решили, что радио – это ваше? Да не то чтобы я решил именно так, просто события, обстоятельства складывались так в жизни, не знаю. То есть если вопрос в том, считаю ли я себя таким увлеченным радийщиком, да, определенно считаю, но просто получилось так, как получилось. Радио это интересно, радио это здорово. Всегда есть увлеченные этой профессией люди, вот прям фанаты радиовещания, и с ними всегда интересно. И технологии, которые здесь есть, и развитие рынка, да, оно безусловно интересно. То есть и здесь пересекаются и мои технические интересы в плане акустики, поэтому да. Это то, что мне нравится. Какое радио вам более интересно? Просто обычное радио или уже видеоформат? Формат вещания. Ну, я не могу сказать, что я смотрю эфиры радиостанций с визуальным наполнением. В основном, если брать радио, я его слушаю все-таки. И слушаю в последнее время я больше даже не музыкально, а информационные радиостанции. В общем, радио я больше слушаю, нежели смотрю. Но, безусловно, визуализация – это такое интересное продолжение технологии радио. Почему? Потому что радио, наверное, все-таки всегда ощущает себя неким таким младшим братом телевидения. И вариант приблизиться к визуальному наполнению, к какому-то... то есть радио начинает работать в другом качестве, и для людей это интересно. То есть почему и появилась визуализация. Потому что появились какие-то элементы шоу, которые можно показывать. Люди начали придумывать какие-то, то есть приглашать гостей сейчас, да, обратите внимание, очень много таких идет, как открытых студий, да, то есть приглашают музыкантов, да, то есть играют люди вживую. Это здорово, да, это какой-то следующий этап развития радио. Ну и, безусловно, радио борется за аудиторию и делает это одним из вот таких способов. Михаил, как вы считаете, в будущем возможно ли, что интернет-радиостанции вытеснят FM-диапазон? FM-диапазон, скажем так, то есть радио в классическом варианте, когда передача идет все-таки по воздуху, да, оно не будет вытеснено никогда, но развитие интернета, развитие каналов связи, оно, конечно, подразумевает то, что радио классическое будет потеснено, оно уже потеснено. Технологии, интернет-технологии, они позволяют, скажем так, более точно оценивать аудиторию, оценивать ее степень вовлеченности, оценивать эффективность рекламных мероприятий с точки зрения рекламодателя, да, это безусловно. То есть то, что считают рейтинговые агентства по радио, и то, что считается впрямую через количество слушателей, просмотров, там, конверсий, да, то есть это все, конечно, более, скажем так, более результативно считать через интернет. Вот, сейчас, конечно, все думают, то есть в связи с обширным достаточно появлением большого количества интернет-радиостанций, все думают, как государство будет
регулировать, да, эти процессы, потому что все больше и больше людей уходит в интернет, и это, безусловно, ну, вызывает определенные опасения государства, то есть наше государство, оно, как любое государство, оно хочет регулировать те процессы, и более того, когда идет реклама, это же все-таки налоги, да, и да. Вот все ждут, как государство будет регулировать интернет. Я думаю, что так. И, безусловно, количество интернет-радиостанций, оно будет увеличиваться. Сейчас каждая радиостанция, которая работает в FM, она пытается вещать еще и интернет-потоком. То есть, причем люди вкладывают в это деньги, вкладывают деньги в обработку звука, они хотят иметь качественный интернет-стрим, потому что во многих городах, ну, понятно, что, да, сейчас у каждого человека есть смартфон, и вот на айфонах, например, да, не существует, там, ну, не знаю, на шестерке, там, предположим, да, нету FM-радио. Да, ну, уже на многих нет. Слушать, да, есть возможность слушать интернет-стрим. В этом отношении, да. По поводу, что касается, там, скажем, цифрового радио, это тоже большой вопрос, да, то есть будет ли оно в России или не будет, потому что насколько это актуально для России сейчас, в то время как это давным-давно началось во всем остальном мире, у нас процесс уже немножко, получается, ну, затянут, да, то есть есть ли смысл начинать сейчас заниматься цифровым радиовещанием, непонятно. Ваши творческие планы на будущее? Ох, это интересный вопрос. Ну, мои планы творческие в любом случае связаны с компанией Track, по крайней мере, на ближайшие... Я не хочу загадывать по количеству лет, но на ближайшие годы, я думаю, что точно они связаны с компанией Track. Вот, у нас достаточно активно развивается сеть филиалов, и по регионам СНГ, и по международной сетке. Соответственно, вот этими регионами нужно заниматься, там нужно осуществлять обучение, там нужно осуществлять подготовку персонала, и, безусловно, я себя вижу, наверное, сейчас в этой части. Ну и плюс то, что мы занимаемся достаточно активно акустикой, и акустика, начав год назад, она сейчас начинает приносить очень интересные плоды. Люди хотят строить хорошие студии, качественные. Это, безусловно, то, на что мы тоже будем, ну, по крайней мере, на что я буду делать акцент в компании Track. Михаил, спасибо за общение, за ответы. Спасибо. Было приятно с вами пообщаться. До новых встреч в эфире на канале на YouTube. Взаимно. Дополнительно на этой выставке мы еще предлагаем всю нашу линейку камер, в том числе модель 660, живая шеп 660, G
живая HM890 в студийной комплектации. Все камеры имеют возможность прямого вещания, все доставки контента, например, YouTube и так далее. Сколько данное оборудование стоит, вот весь этот комплект? Честно, мне трудно сказать, потому что планшет это стороннего производителя, штатив стороннего, наша здесь только камера и монитор. Ну вот, камера и монитор, допустим. Камера и монитор, порядка 300 тысяч рублей, рекомендованная розничная цена. Хорошо, спасибо за ответ, за данное оборудование, за то, что вы его охарактеризовали. И оно 2017 года, да? Нет, 16. А, 16. Вот эта версия этой камеры 17 года. Версия камеры можно эти титры создавать как для спорта, так и для репортажей. Они немножко отличаются, конфигурируются в самой камере. Но еще раз повторюсь, самое главное, что это делается внутри камеры, вне до дополнительного оборудования, без дополнительного оборудования. Ну, это очень удобно, да. Спасибо. А еще скажите, где располагается ваш офис? У нас еще офис расположен в Москве, представительство японского производителя GVC Kenzo Corporation. Все, спасибо. Здравствуйте, расскажите про служебную связь. Как вообще она у вас производится? Так, служебная связь. У нас есть здесь представлены беспроводные. Смотря что вас интересует, на самом деле, есть служебная связь с абонентским блоком, есть без абонентского блока. До 7 абонентов можно будет общаться. Ну, допустим, с блоками. Допустим, с блоками. С блоками. С блоками 8 абонентов можно максимум. А плюс 4 там дополнительные можно подсоединить еще. То есть она ее где вообще можно применять у вас? Можно применять, она в основном сейчас применяется в телевидении, можно применять и для спортивных команд, чтобы тренер общался, например, с остальными тренерами, либо с игроками. Можно даже и настройки применять где угодно, в принципе, где нужна связь и где должны быть свободные руки. Да, понятно, все, спасибо за это. Так, ребята, в общем, как-то вот так. Интересная консоль для выездных мероприятий. Вот. Все, идем далее, смотрим оборудование. В стойке стоит аппаратура, а управление дистанционно. Ну, вопрос красоты. Тут, ну, это, видите, еще и количество входов у него. Ой, ну да, 4 больше. 4 штучки. 4 окошечка, а на том спать уже 12 тоже. Поэтому то, что красиво, не значит, что оно лучше. Все зависит от задачи. Если задача много камер, много источников, много проводов, соответственно. Соответственно, все надо укладывать в кабеля, тянуть. То есть это надо тоже. А это, ну, это для выездов. Это для тоже выездов удобно. Это обычный микс. 4 входа, коммутация, шторки, эффекты. То есть единственная его специфика, что видите, у него желтенький кабель. Это HDBST, так называемый формат. То есть он управляется еще и камерой, которая вот там стоит. Соответственно, управление идет опять-таки от микшера. Можно позиционировать, выбирать фокус, выбирать позицию. И передается это все по одному кабелечку, то есть там не надо отдельного кабеля для управления. Облегчает ситуацию. Ну, тут тоже входит один кабель, по нему идет и видео, и управление, и питание. Вот этот микшер как раз
этим свойством обладает. Того, какого свойства там цифровые сигналы, но они не несут в себе информации никакой, и камеры управлять не могут. Поэтому вопрос тоже зависит от задачи. Тут же еще и звук, там два движочка, можно подстроить. А вот эта часть, куча, управление камерой, соответственно, для камеры нужно. На том управлении такого нет. То есть обычно у каждого своя специализация. Ну это да, так и есть. Кроме всего прочего, тут еще видите, есть кнопочки. Можно управлять приговорами кое-какие. То есть это многофункциональное устройство. Надо заметить, где-то последнее, самая свежая модель. Вы управляете с помощью вот такого устройства? Мы компания CDN Video, мы ведущий в России поставщик услуг CDN, доставки контента, то есть занимаемся стримингом всех ведущих телеканалов российских для их сайтов, да, то есть мы технический провайдер, но по стримингу для телеканалов, да, чтобы они могли вещать на своих собственных сайтах, в своих собственных приложениях, мобильных, смарт-ТВ, чтобы они могли вещать свой контент, вот, и не уходить на платформы типа YouTube, а монетизировать самостоятельно свой контент. Вот, у нас уже больше 100 телеканалов пользуются нашими услугами, и мы сейчас первый в России, второй в мире по объему поставщик услуг подобных на рынке. У нас сеть включает в себя практически все континенты, где есть наши сервера. Да, вот, то есть, и решение, в принципе, оптимизировано для нужных телеканалов. Мы уже там больше 7,5 лет работаем на этом рынке. Там есть и возможность онлайн-вещания, есть вещание видео по запросу, есть хранение видео, есть монетизация, вставка рекламы внутрь видеопотоков. В общем, полный законченный набор продуктов, который может заинтересовать телеканалы. А какие компании сами сотрудничают? ВГТРК, НТВ, РЕН-ТВ, в общем, много региональных компаний, вот. Шансон ТВ, как, к примеру, тематических телеканалов. Вот. Очень много, кстати, музыкальных телеканалов с нами сотрудничают. Вот. Вот. А как вообще, почему именно такое название? CDN Video. Ну, CDN — это на самом деле название технологии, ну а видео — это потому, что мы занимаемся в основном, да, вещанием видео в интернете. Вот, то есть, потому что, ну, бывают CDN, которые ориентированы, например, там, на ускорение сайтов. Да, но мы тоже этим занимаемся, но у нас основная все-таки фокус именно на видео. Мы оптимизированы под загрузку видео. Спасибо за ответ. Приятно пообщаться. Спасибо. Здравствуйте. Hi. А можете рассказать про вашу фирму? Sorry, I don't speak Russian or English. Друзья, ну что же, сегодня мы с вами посетили выставку на TEXPO. И, кстати, сегодня
Хэллоуин 31 октября. Мы вас всех поздравляем, и организаторы даже позаботились о нас. Вот смотрите, какая интересная тыква рядом со мной. Нравится ли вам тыква? Если да, то ставьте, конечно же, лайки. NatExpo объединила в себе множество различных производителей видео, аудио и также цифрового оборудования для вещания радио, ТВ и также прочих индустрий. Если вам понравилась эта выставка, пишите все комментарии по этому поводу. Также вы можете высказываться по поводу выставки, что вам на ней понравилось или не понравилось. И, друзья, пишите, куда же вы хотите, чтобы мы еще сходили. И уже совсем скоро будет второе автоинтервью, точнее автообзор очень интересного автомобиля. И если же вы тоже хотите, чтобы мы обозрели ваш автомобиль, пишите в комментарии свои контакты, марку машины и производителя автомобиля. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на наш канал «Новые темы» на YouTube и вступайте в наше сообщество ВКонтакте vk.com/rmut. Все-все-все контакты вы видите у себя на экранах. Ну и вот, друзья, тыква с нами тоже. До новых встреч, пока-пока!